Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я получила свою посылку и в Роше, которую с вами хочу сейчас открыть. Так, только не порезать пальцы. Заказ мой на сумму 2584 рубля. Бесплатная доставка. 50 рублей у меня взяла почта. У меня здесь гели для душа. Заказывала я свой заказ по бланку. Так, и начнем. Аромат Эвиденс. Заказала у меня подруга этот аромат для мамы. Я предложила ей заказать что-нибудь на 990 рублей и в подарок выбрать этот аромат. Плюс оплатить доставку. Но она отказалась, сказала, что ей это не нужно. Она выбрала за 1200 аромат Эвиденс. И на сумму 1384 рубля составил мой заказ. Доставка была бесплатна. И если ваш заказ составляет на сумму 2350, компания вам делает подарок-сюрприз. Сейчас посмотрим, что за подарок-сюрприз. Аромат Эвиденс. Гармония совершенного аромата. Аромат женственный, потрясающий, очень вкусный. Настолько женственный. Я в этот аромат просто влюбилась. Он понравился моей подруге, понравился ее маме, и она для мамы заказала. В состав входит бергамот, таманская роза и эссенция пачули. Открывать не буду, идет полностью в слюде. У меня аромат этот есть. Логотип Ив Роше. У меня прошлый заказ составил из двух ароматов. Один я получила в подарок, один также заказывала. Стеклянная бутылочка. Аромат стойкий. И для себя заказала гели для душа. В набор входило 3 геля за 349 рублей. Так, давайте смотреть. В объеме 200 миллилитров. Давайте на коробку беру. Это аромат. Это гель для душа «Магнолия» и «Белый чай». Так, правильно, «Белый чай» в объеме 200 миллилитров. Ой, действительно, потрясающий аромат. Это у нас органи и розой, традиция хамама. Ой, такой шоколадный. И гель для душа кофе. Гель для душа произведен во Франции. То, что вот идет наклеечка. Ой, кофе. Прям кофе-кофе. Аромат вкусный, очень кофе. Вот этот набор стоил 349 рублей. Набор гель для душа и ванной малина и мята. Малинкой пахнет. Вкусный аромат. Это еще у нас магнолия и белый чай. И манго и кориандр. Манго сослышу. Вот такой гель для душа. Так, это у нас еще вот одна Франция. Это лотос и шалфей. Ой, какой приятный аромат.
с органией и розой. Такой же, да? Да. И манго, и кориандр. Так, и еще у меня один набор. Малина и мята. Дальше еще один аромат, гель для душа, который произведен во Франции. Лотос и шалфей. И еще один гель для душа. Кофе. Кофе, действительно, вот который девчонки говорили, что потрясающий аромат. Действительно, аромат потрясающий. В общем, такие у меня 4 набора геля для душа. Я теперь, девчонки, запаслась. Так. И в подарок я выбрала аромат Солексир. Подарочки там были не очень существенные, но и там, но можно было выбрать самому подарок. И я выбрала, вбила код, который я выбрала в каталоге. Я попробовала ввести. Получается, что можно ввести любой код. Я многие девчонок посмотрела, что очень многим нравится парфюмерная вода Elixir. У меня есть пробничек. Мне очень понравился. И я ввела код, который здесь есть в каталоге. И подарок прошел. Я решила, почему бы не заказать. В объеме 50 мл. Истинный эликсир чувственности. И сейчас с вами откроем. На коробке вот логотип Yves Rocher. Такой аромат. Смотрите, какое оформление красивое. Действительно, эликсир любви. Очень мне нравится оформление. Аромат подойдет на осень, на зиму. Основные ноты: эссенция пачули, ванили и ириса. Прекрасный аромат женственности. Аромат подойдет на осень, на зиму. Много раз видела в заказе у Альмиры, у Светланы Иволга такой аромат. Я для себя заказала этот аромат и не пожалела. Компания у меня подарок. Сюрприз. Дезодорант, содержащий 0% спирта, с ароматом граната. Экстракт испанского граната, натуральный активный компонент. Более 90% компонента натурального происхождения. Так. Приятный аромат гранатом пахнет. И второй подарок от компании «Сюрприз». Это парфюмерный спирт для тела и волос, свежий аромат для хорошего настроения, с ароматом ревеня, листьев черной смородины. Имеется распылитель. Чувствуется спирт, но выветрится, и аромат приятный. Вот такие два подарка от компании за сделанный заказ. На сумму 2350. Это у меня бланк. Еще компания положила каталог, который у меня есть. Бланк заказа. Такой у меня заказ, девочки. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем любви, всем удачи. Берегите себя и всем пока-пока.